В Беларуси на среду объявлен оранжевый уровень опасности. Местами по стране пройдут кратковременные осадки. Мокрый снег по юго-западу республики с дождем. Ожидается туман и гололед. Ветер северный, порывами до 9 метров в секунду. Днем от минус 3 до минус 8. МЧС призывает к осторожности. Велик риск возникновения ДТП и травматизма. В стране определили сроки приема абитуриентов-целевиков в вузы. Подать документы и попасть на собеседование можно с 1 по 5 июня. Вступительное испытание состоится с 6 по 13, зачисление по 16 число. К слову, для тех, кто не сдаст внутренний экзамен с первого раза, будет возможность попробовать свои силы в дополнительном наборе, если останутся вакантные места. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи. В поле зрения качество и стоимость. В профильном ведомстве призывают сообщать о фактах необоснованного списания денег, нарушениях в вопросах гарантийного обслуживания. Короткий номер 191 доступен для звонков по 10 марта. Время работы с 9 до 18. Перерыв на обед с часу до 2. В Могилеве с 24 по 26 февраля пройдет выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная». В спорткомплексе «Олимпиец» будут представлены передовые разработки. Свои инновационные возможности продемонстрируют университеты и предприятия региона. Недавно аналогичный форум состоялся в Минске и вызвал живой интерес посетителей. Поэтому принято решение провести его в каждой области. В стране продолжается масленичная неделя. В Бобруйске праздничные гуляния пройдут в парке культуры и отдыха в воскресенье. Начало в 12:00. В программе песни, танцы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Будет работать и фудкорт с чаем, блинами, драниками и шашлыками. Плюс торговые ряды с изделиями от ремесленников. В час дня состоится традиционное шоу на столбе с петухом и подарками.